твоя сторона упирается бампером. Есть бензопила? Ехать можно что-то подложить, ехать будет херово. Ну да, когда будешь спрыгивать, это оторвешь его. Это не пенёчек какой-то? Бампер поднимается. Пока он катался. Ты сам говорил, что ты что тут будем час колупаться. Пока светло. Как ты говорил, там фолловеры любят, когда копают, да? Бля. Видишь, ты бейсболист. Забей. Сантиметров на 5, чтобы я бампером не зацепил. Все? Трофей? Надо под этот пенек ложить. Так, что, можем назад эту ебалку или не надо? Главное, чтобы он заехал, это красиво, эффектно. А как он выйдет, это его проблема уже. Вперед там через бак нормально пойдет. Возди 200-ки есть? Колеса так и есть. А теперь право, право, чуть-чуть. Вот. Заверх, он зацепит-то подымет. Вот за ту веточку. За веточку. Ты понимаешь, можно, я могу даже два дня засвечу. Пенек, и... куда ехать? Шавара Таврия. Вот сейчас вот это, да, положи сюда. Четвертую. Принял. Паша, ты сидит уже, не? Сиди. Подождете. Тогда пока не едем. Я лезу на дерево. Тут скользкая, но я думаю, ты в принципе. Нет, тут пойдет. Это единственная машина в мире, которая правую сторону левую опустит, она не зайдет. Последний выходной. Вот так ровно иди. Паша, это ты видишь такое? Эть! Ровно, ровно и по чуть-чуть, не крути колесами. Ты
Не, его, да, то есть. А? То есть развернуть его. УАЗик не дернет. Тут закапывается. Пока сдавал назад, сколько у тебя было ходов, ты его почти раскрутил. Знаете что, а я бы достал бензопилу и вот так подпилил. Бак, бензопилу зажмет. И оно его как раз выломает. Оно его будет сжать. Да давай чуть-чуть лебедочкой сзади. Подъедет, Дэн? Да. Сейчас или бампер останется, или... Ну, просто скользкое. Если бы оно не было скользкое, может чуть сдуть колеса. А наоборот, ты можешь накачать колеса? Оно бы плющило, больше уже нет. Паша, а если бы домкратом поднять? Какого? Так что, кто едет? Дэн. Дэн едет? Домкрат, хрен поставим здесь в болоте сейчас. Кстати, про домкрат хороший вопрос. У нас нет с тобой домкрата, хотя есть запаска. Я говорю, зацепись за веточку, лебедка, приподнимешь. Бак помнется. Не, Вашка, на самом деле, вон там дерево хорошее. Да, вот так через кабину. Складывает бампер вообще вот так. Да?
Уже пробовали? Все. Блядь. Пытались в сторону лепить. Жиденький такой. А, в сторону это я помню, и да. Это самое, и через блок за жопу седает. Вперед едет, назад она, нифига. Назад не хочет. Только чуть пошла нагрузка, бампер такой раз. Вырвала эти, блин, скрутила губы там всю хуйню. Ну, при том, что он так легко гнется, он так херово равняется. Кстати, насчет домкрата. Был бы домкрат, можно между рессорой и этой хуйней вставить домкрат. Колесо поднять. Колесо вывесить? Не колесо. Больше прижать к земле? Кабину приподнять. Хотел. И что тебе кабина даст? Она ж с рамой поднялась бы относительно... Амортизатора вылет, уже закончился. Она почти вывесила на колесо. Амортизатор вылазит, аж штоки видно. Видно штоки? Сейчас, нет. По-моему, нет. Ну, скоро будет. Еще можно лебедить и лебедить. А ну попробуй за бампер так приподнять чуть-чуть, а я назад. Так что сразу так не сказали, я бы так и сделал. Нет, оно болотится. Можно там, грубо говоря, и колесо спустить, а потом, ну, что-то закидать и потом накачать. Но не даст, оно болотисто проляжет. Паша, вот за эту ручку на кунге, да, можно сцеплять? Нет. Почему? Так это же было ужасно. Можно за вот то колесо, которое у тебя сзади нету, крепления. Там крюк есть в этом. Это вот это остатки крюка? Чё остатки? Фаркоп. Ну там этот... Не, фаркоп, там еще кольца есть, блядь. Ну, фаркоп сюда не пролезет, крюк. Не, там еще за вот этими... Ярик, глубже копай, глубже, там есть. За кем там? Вот, вот здесь, за нижней. Вот здесь вот. Там есть кольца. Ага, есть. Еще чуть-чуть. Вот это тут? Не-не-не-не-не. Не, вот здесь вот. Это чуть-чуть, да. Пожарный ров. Да, пока. Делали, покопали пожарный ров. Ну, куда будет? На вратнице тоже такое вверх. Ну-ну-ну-ну, не поехал. Она вот так вот. Ровно сделал. Прямо так. Вот здесь машина. Паш, ну как там четвертая точка? Нет. Сел на пенек, хочу съесть пирожок. Паша, готовь! Ехать! Смотрите спереди на пенек, чтобы я не вырвал бампер. Паша, готов? Хорошо, смотри. Цепили, но еще трос не смотали. Так, точку брать. У тебя на самом деле там специальный пол для этих вещей. Он как раз и сломал. Слышишь, Паш, так точка через эти берем. Через пеньки. Между пеньков. Забираешь разгон. Нет. Упираешься. Ставишь, получается, для 90 градусов этот. А машину. Олег в этот момент хуяк и щелкает. Посмотри, там Стэн смотал или нет? Да, он уже отъехал.
опять делаю. Мне будет чуть-чуть воду разогнать. А вот, вот сейчас, если с вывором происходит, тут корень опять же через подъедь. Хорош. Не, на этот самый, на бампер залез. Сверху, на крышу, да. Вот. Станет так по борту, я думаю, здесь. Точка. Видно, что это моя рука? Она с головы растет. Только пальцем показывает. Так, я на ту сторону. Вот это уже разленился, даже из машины не выходит. Куда на ту сторону? Бля, там пеньки, Паша. Паша, справа дерево сейчас этот или в этом упрется. Когда едем сюда, проезжаем на парковке, а с машины, ну, рядом на парковке дым валит. У меня супруга, тормози, бля, машина горит, я по тормозам шел. Зараз доедем, а заходим. Ну, где эти вайперы, как бля, я уже сам думал, говорит. Кстати, хороший вариант, я не могу. Ой-ой-ой-ой, задымил! Зато пара, цена на коллекторе. А. Можно попробовать вправо взять, наверное. Да не, вправо там... Да задом и по болоту пошел вон выехать. Смотри, вон выйдет. Паша, если левее через кусты.
Она не выскакивает из колеи. Сзади я там не вижу, там же пеньки везде. Не-не, нормально проходит. Они плавают, он их прижимает. Ну, в этот, пеньков вроде бы как не видно, там только бревна плавают. Да, да, он их прижимает, так что... Я пробую это самое, она уже не выходит из колеи, уже глубоковато получается, уже заднего колеса я не вижу. Это на помощь? Нельзя перейти, там впереди есть пенек, там всякая фигня. Ну, я без сапог, я не перейду. Объехать. А что хочешь? Зацепиться спереди? Ну, не знаю, наверное. Не достань. Еще полметра. Не достанет. Ну или так. Слушай, я думаю, это в правилах надо регламентировать. Слишком длиннорукий не брать. Либо врезать одну руку. На месте, давай. Паша! Затягивай. Слышишь? Паш, если ты сдашь сюда и попробуешь вывернуть налево. Да не хочет она. Ну ты ж тут катаешься. Катаешься нормально. А кто поехал его доставать? Еще никто. А, еще. УАЗик. Таурия. Все пока не поехал, а вот стоит. Так. Кто не мог подождать? Так что же сказал, что едет? Как это? Мы поехали. Тю. А как оно так его перекрутило? Ну, соскочил. Соскочил и сразу же вот это. Ну, в принципе, тут проще, что там клиновой этот шакл. Ну, блин, херово, что столько метров, это надо. И это же уже сколько-то витков. А я заклинилась? Пока перекрутил. Еще нет, она пока крутится. Нет, так надо разматывать. Разматывать? Давай. Что делать, говори, я буду делать. Обратно ехать туда. То есть включить на размотку и запиздовать прямо. С развода оно должно взять. Здесь сало. Была лебедка работает, может попробовать? Лебедка работает на разводке, сейчас попробуем. Ослабило его. Угу. Не, так ты не затянь, не надо, потому что его сейчас вообще там перервет. Ту-ту-ту-ту. И что там видно? Оно его уже чуть ослабило, но... Ну этот вылез, да? Тот, который был наклёснут. Где он? Вот он. Ну, так надо еще на размотку. Пусть он пролезет сюда, и он вылезет и здесь освободится. А вот этот виток, его можно выбить там шакл и попробовать вот здесь монтировкой поддеть. Хотя вряд ли он, конечно, вытянется. Но это был бы самый простой вариант. Ну да, это надо.
Ну рассказывай, как лебедился. Да вот так вот бросили одного все. Никто даже воды не привез. Сейчас воды было слева, справа. Ну не хуже, потому что когда на ту сторону, оно ломает тут весь механизм. Когда на эту, блин, в принципе при желании можно открутить вот эти два болта, сдвинуть эту фигню, все упадет вниз нахуй. А, так он у тебя аж через щеку перескочил. Ну да, в том-то и веселье. Да не закрывай, человек снимает, что ты заглядываешь. Дай мальчик иди отсюда. Отойди, дай другим посмотреть, проходите. Да, 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 да. То еще жало не засовывал. То, что вы тут натворили. Да-да, вот так вот все веселье заканчивается похмельем. Ну что, едем дальше без лебеды? Блин, без мотора, без лебеды, без... А что без мотора? Ну, потому что забыли поставить сюда. Ну что, стоим, давайте что-то попробуем. Так, а что пробовать? Ну, ну что, сейчас перескочит или нет? Нет, чтобы вот этот перескочил, да, его да, надо да. туда прижимать монтировкой. Надо посмотреть, где-то там в Кунге есть монтировки, о, так если они остались. Слушай, как он проехал там, а? Это Таврия? Ну, для ассортимента. Не, так она же не пойдет туда. Пойдет, пойдет, пойдет. Надо вот так вот туда заклинить чуть-чуть. Все, вот это уже сейчас. Если бля, чуть по пальцам не дам. Чуть-чуть провернуть надо. Да, вот и тут надо ее поджать вот так вот, угу. Типа, кто там покрепче. Прижмешь, Олежка? Да. Вот так вот туда его легенько, и я сейчас попробую крутнуть, оно должно вниз живануться. По чуть-чуть только. Угу. Да. А вот тут уже будем посмотреть. У нас кастеты запрещены. Олег, ты дави его. Пальцы, пальцы убирай. Так, давай сейчас. Сильно не буду. Нет, стой, папа. Да, нет? Не, не, или. Выскочил он? Ну давай, пусть чуть-чуть на размор. Давай на размор. На размор? Да, да. Да. Слышишь? Есть ли тебе так? А тебе попробую подсудять этим самым на размор. Такой же фокус, как я говорю, Лина, и мужчина сказал, это не видно. А потом крепотурка в руках будет. Выскочила на лицо? Не, она его ослабляет. Ну, подожди, глядите, и вперёд вышли. Беда же не приходит одна, ты знаешь. Ты знаешь, по-моему, с самого начала уже дать вода. Почему? Так же. Это началось гораздо раньше. Ну вниз. Ну вниз. Ты говорю, продавай и бери 5 там. Не промахнешься. Сколько точек, 5 будет дальше. Да, все, следующий. И 5 штурманов. Двери открутили, прикрутили. Че, как хожака они снимают? Что они как будто на шнурки свои наступают. Это блин, трава такая полная. Так что, попробовать может клин выбить, Олег?
Ну а? Да не, ну как у меня вчера ночью все болело, если не кот, я бы умер, наверное.